Так, погнали. Это что за козел побежал еще? Стоп, а может это есть? Да хрен знает, это вообще какие-то, я даже не знаю, кто это. Давайте-ка мы их сейчас вот, давайте вот этим вот. Пока сойдет, посмотрим, что это у нас за зверюшки. Какие-то горные козлы, ну пригодятся, наверное. Так, смотрим. Кто это? Нахура, блин! Так, я вот подозревал, что это нахура. Все, паскуды, нашел я вас. Какого фига они вообще тут находятся? Вот, наверное. Ей, детка. О, да. Наконец-то, а что это такое? Обезьяна, о, блин, этих обезьян дофига тут. Миллион будем носить с собой. Это ж офига, миллион, офигеть. Так, и медоед. Может, тут медоед есть где-нибудь? Так, нахура, нахура. Крутая ты, нахура, я тебе скажу. Значит, я просто рога не заметил. О, зеленый цветочек, ну-ка. О, все, некоторое здоровье. Так, Ctrl. Ой, твари, что вы сделали? Я случайно нажал. Ладно. Так. Так. Так, так, так. А что это тут за место? Ладно, нам... Теперь бабла немерено, если мы нажмем навыки, у нас... О, дофига еще. Дофига, дофига, дофига. Если сюда можно забраться. Может быть, здесь кто-то ценный есть, нет? Нафиг вам. Так, зато вот сюда можем перепрыгнуть. И попрыгать здесь еще немного. Оп, нет, вот так. И смотрим. Так, это уже внутри, наверное, да? Внутри нельзя. А, вот. Пластиковый слон 6000. Так, так, так. Ну все, это у нас... А, подожди, это не компания. Вот компания, наверное, да? Золотой путь. Чем ты думала? Я бы на твоем месте туда сейчас не входила. Как мог поступить? О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. И давно они спорят? Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Спасибо тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление. Золотой путь спас меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Пивко тут попивает. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Да. Вот так вот. Так. Ой-ё. Блин, выбирать не хочу. Задание было. Будущее, то помните, что у Амиты и у Саба разные цели. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. От этого будут зависеть новые цели, предстоящие задания. И то, кто будет лидером Золотого Пути до следующего баланса сил. Да вы охренели, что ли? Я надеюсь... так, а это куда стрелочка? Блин, а что это такое? Три задания каких-то вы можете...
Угу. Так, пиво можно? Нет, пиво нельзя, жалко. Ладно, давай. А, так. Ты кто, Амита? А что тебе нужно? Давай послушаем, девочка. Амита, ты говоришь нам? Может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Ладно. Я не понял, а чё? Вы что бы вы собрали... Разве данные в лагере будут соглашать на это? Вы откажетесь от задания с Саба. Подожди, давайте послушаем, что нам скажет. Ну, нам скажет, наверное, помахаться, да? А куда нам... Так, подожди, а вот. Почему на нем доллар нарисован? А, это С, блин, а я думал, это доллар. Типа деньги, чудо. Ладно. Нужна помощь? Наш лагерь хотят атаковать. Неясно, когда, но это и не важно. В любом случае, им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Ну, это типа пострелять нужно. А там типа постелсить немного. Так. Хочешь, чтобы защитили? Значит, да легко могу, я все могу. Ой. Че сделал? А, я начал, да ёб! Блин, я не люблю обижать людей, конечно. Я думал, еще раз можно послушать просто. Ну ладно, раз задание начал, так что... Так что идем в путь. Вот машинка какая-то, на ней никогда не ездил. Ну, ездил один раз. Пробовал, точнее. Ну, зончик. Так, медоед нам нужен, да? Так, а, во, я же что-то это самое думал, куда нам... Вот сюда, да? Так, а тут что-то пусто как-то. Что-то тут ничего нет. Ну, давайте отметим. А, что отмечательность. Так, отмечено. Так, а вот вам туда, направо. Как музон этот тупой вырубить? Так, бляха, муха. А, ёб твою, мне она... Я даже не знаю, как мне туда попасть. А, тут дорога-то есть чуть-чуть. Все. Медоед нам нужен. Без него вообще никак. Медоед и все, это главное. Нам, чтобы оружие носить больше, нам нужен медоед. Так. О, стоп. Вот это вот как раз-таки мне нужно. Так, я надеюсь, не против, то, что я тут на дорожке оставил. А это, по-моему, то место, я... Да, не помню, почему. Ладно. Погнали. Паскуды заметили. Так, куда нам? Лаги. Ну, ёб, не лагай, ну ёб! Паскуды, чё ты лагаешь? Ведь завис, смотрите-ка. Почему тормоз... Зависание, вот вопрос какой-то. Почему зависание именно? Даже не лаги, а какое зависание? Будем смотреть флору и фауну с этих высот. Блин, ну мне фауны нужна этот какого-то. И да, я точно не вижу. Я его вообще не знаю, я его случайно заметил. И чтобы его найти, нужно не вот так вот летать, нужно по жулям пешком ходить. Почему в той части у меня вообще лагов никаких не было, а в этой жуткие лаги? Как же это бесит, друзья, я думаю, понимаете. И, то есть непонятно, почему, когда я... той части, сами посмотрите, 10 и 9 части, по-моему, там вообще, ну нет, ну, исключения тут какие-нибудь. А в этой жуткий лагерь, ну вот что это, почему, объясните? От чего это зависит, я до сих пор не понимаю.
Может быть, потому что я ссаный этот, программу до этого включал. Может и... Так. Там, по-моему, медоед был. Скотин, да? Тварь, где ты тут был? Я ж тебя видел, нет. Ой. Воу-воу-воу-воу! Это не медоед. Твари, обманули Игоря. Топир, блин. Ладно, будем собирать шкуры, и нам там напишут, когда мы определенное количество их соберем. Пока что... Как подкат сделать? Во. Так, а пока что... Нормально. Там что-то ценное может быть. Вот сука, а? ХП дали, все валим. ХП дали уже хорошо. Чё-то такой туман. Так, а тут враги нет, знаете. Ну, судя по внешнему виду, тут вообще никого нет, да? Так, а что тут у нас тогда есть? Ой. Так. Угу, надо смотреть. О! Так, вот это надо посмотреть. Разведданные. Далеко найдем. Легкое задание. Достаточно. О, бронежилетик. Так, а почему у меня бронежа? Все, есть. Блин, быстро этот бронежилет расходуется вообще. По-моему, быстро. Ништячок. Так, теперь нам вот сюда. Так, где-то тут. Ёпта, это что, ловушки, что ли? Что это такое вообще? Так. Да, против моего калаша не попрешь. Да, у меня броню снял. Ладно, вот тут у нас. Да ёб, ну что ж такое-то? Паскуда, ну ничего. У меня он еще круче есть. Во! Где? Чё это такое? Ну чё ты трясёшься? Скоты, а? Ссаные охотники. Ублюдки тупые. Наверняка будут появляться в респауме, блин, паскуды тупые, ладно. Сдохни, тварь. Блин, ну чё это за мясо вообще? Так. Быстро тогда смотрим, еще быстрее. Так, вот, чё мы тут не посмотрели. Это вроде всё глянули. Тут чё-то мы не посмотрели, да? Скоты, как туда забраться?
Блин, нихера не видно, ну света вроде. Так. Блядки. Кто ж палит топить? Ну, мне кажется. Вот попал. Че, успел выстрелить, что ли? И чё? Чё, в чём прикол? Чё за хрень? Ну, подождите. А, на поверху, видимо, надо разобраться. Сраные охотники, а? Лук в жопу вас не нужен. Жгут. Потому что нужен. Не знаю. Так, вот этого надо еще глянуть. Рюкзак почти полный. Офигеть, не собирались. Да продать можно. Так, с этого ищем тоже. А, все. Нет, не все. А, это же... Там... Что-то поиграть надо было, я помню. Где-то я уже видел такое задание. Так, ну что? Идем. Да идем. А, подожди, я не все нашел. Ага. Добежать чуть-чуть тут совсем. Фига себе, рыбка. Ну, я думаю, она нам по-любому что-нибудь сделала бы. Нет, не тони. Во, снять шкуру. Ты, блин, снимать ее, знаешь, сколько будешь? Теперь вверх, дай подышим. И к рыбе надо идти. Ладно. Ну. Офигеть. Шкуру, называется, снял. Круто. Продать нам нужно. Блин, это такой улов сфотографировать себе снимать, что такое еще. Амита, а, все у меня. Отлично, Аджай. Теперь отправляйся в следующий лагерь. А будем что, если что, выкидывать. Следующий лагерь, ты вообще офигела? Амитачка. Блин, я аж обделался. Что такое? Самые охотники, а? Чё-то так темно-то. Огни где? Посадочные. Офигеть тут. Так, ну чё, тут садимся. Сраный. Да скоты, кто ж палит-то? Офигеть, да ладно. Че мне написали? Да ёп, чё ж такое-то за мясо? Все, мне хана. Почему все животные против меня? Какого хера? Да сука, чё такое, ёп? Чё за мясо, а? Какое зона задания? Там жесть какая-то вообще происходит. Сдохни, тварь. Да ёб, ну чё за херь? Ребят, вы охерели, а? Я манал вас всех. Ой, чё-то я психанул так всё. Амита собал, золотой путь. Кончал я на них вообще, сдолбали. Офигеть! Прям вот в самом мясе все враги, волки, все эти против тебя. Как-то это бредово немного, не согласитесь. Так. Устраните противник. Блин, а где я?
сраные волки. За них, что ли? А зачем мне привлекать внимание? А? Сука. Офигеть! Ну это вы видели? Это жесть какая-то. Нет, не мешает. Кончал я на вас. Офигеть. Да как я туда вернусь? Там жопа. Да ёп, ребят. Ну чё за пипец? Какого члена? Почему я проваливаю задание? Сейчас вообще бомбанет меня. Так. Так. Калаш бери, грены сейчас будем мочить гренами. Иди в жопу. Ловите грены, давай, на, ублюдки тупые. Кто еще хочет? Сейчас у меня будешь подсасывать. Иди сюда. Кто? Где еще? Ну, все. Паскуда, вон еще тварь. Вот еще тварь. Умри, мерзкий. Ёптвой. Ой, из дома будем их отстреливать. Иди в жопу, так. Вот еще, манай отсюда. А, наверное, их дофига здесь будет. Так, кого тут надо обыскивать? Давай. Так. Что тут? Кстати, что по заданию-то, я не пойму. А, противник, ну все нормально сейчас будет. Так, это для ближнего будем использовать. Вот. Сука, ты ушел, да? Вообще прочный козел. Так. Где? Вот там, да, нет? Где еще? Он бегает, засранец. Все, новый уровень сейчас будет. О, да! Все, прошу прощения за лишние нервы. Амита, здесь бывает. Семя твой. Проклятие, хорошие солдаты. Скажи мне, что они погибли не зря. Что данные у нас? Это карта, что-то вроде храма. Отлично, это может быть важно. Я проверю и... Спасибо, что поддержал меня. Не за что, Амиточка. Так. Все. Амита возглавляет Золотой Путь. Слушай, чувак, извини, я не помню, как тебя зовут, но... Я это... Делаю... Мне вообще пофиг. На вас. На ваши пути всякие там золотые. Так что извиняй. Так, все, наверное, это можно закончить пока что.